Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, забираем свои ежедневные награды, и я уже вижу, что мы слетели в самураи. Тут в данный момент 3 звезды, но я думаю, даже ниже уже. Может быть, даже 1 звезда. Сейчас глянем, потому что вчера я не играл. Вчера я записывал видосики для второго канала, то есть, ну, на ПК. Так что нам здесь ничего не выпадает, ладно. Так, смотрим, что у нас тут. Сразимся, наверное, сразу же на серии испытаний. Кстати, переходящий момент. Все прекрасно знают, да? Что после этого мы как бы можем с тобой спокойненько пойти и пройти смятение из другого измерения. То есть это целый вот этот круг. Но опять же, мы все это будем делать позже. Ну, не сегодня, это точно. Так, минус жестянка. Давай, наверное, мы сделаем с тобой, да, тройной укус, и я думаю, что острозуб попадет. Хотя вряд ли. Нет, упал. Упал, причем на легкую. Так, и, конечно же, наш Шреддер, который сидит в этой, в студии новостей 6 канала. Поехали. На. Так, мы ему понизили броню. Слушай, Раф, а что ты так слабо бомбанул-то? Так, он на себя повесил, хитер, броню. Не понял. Так, броню сняли. Пробивным сможешь ушатать его? Нет. Не получается. Ты смотри, он еще и брыкается здесь. Все, друзья. Да, выпендривался у нас Шреддер. И побед за нами. Так, а сейчас нам надо что? Прокачивать на нашего Донателло космос скилл, которую мы в тот раз не смогли, потому что, ну, приманку для маузеров мы просто припарились искать. Давай сейчас попробуем. Так, Донни, космос, вот он. Эх, еще сколько, 3 приманки нам нужно найти. Давай попробуем вот здесь у Мондагека найти. Угу. Так, ладно, одну нашли, это уже радует. Еще надо 2 приманочки. Так, нам черные очки выпадают. Так, вторая и последнюю. Третья. Все, все, наконец-то мы нашли эти приманки. Теперь пошли искать комиксы. Где их лучше, наверное. Всегда лучше искать, где меньше всего, да, находится. Например, здесь 1, 2, 3, 4, 5. Здесь 1, 2, 3, 4. Соответственно, шансов быстрее и больше найти нам эти комиксы. Так, пока только лишь 2 штуки. И пошла опять выпадать нам тыква. Ну, как всегда. Так, комикс выпал. Еще один. Сколько нам осталось? Я вот не помню. Ох, еще 4. А мы уже задание выполнили, получается, да? Да, ладно, начнем в следующей серии. Так, поднять уровень персонажа. У нас 17 тысяч. Ну, почти 18 тысяч мутагена, поэтому давай, наверное, прокачаем Микеланджело оригинального. Давай уже 55, чтобы кругленько было, да? Все, 55 уровень он получает. Мы забираем свои награды и бежим на арену, потому что все прекрасно знают, эта неделя у нас пропащая. Правда, кто-то из подписчиков написал: Рэй, пройди, пожалуйста, испытание Донателло. Ребят, ну зачем? Тут все у нас есть абсолютно. Все черепашки. Зачем нам тратить сыр? Да и время. Фу, турнирка. Нет, ребята, мы в Лиге Самураев 3 звезды. Слушай-ка, я думал, что нас скинут. Считай, 1,5 суток не играл. Замечательно, мы держимся. Ну что, тогда, раз тут у нас 43-й, тихо ты, 43-й, 44-й уровень, и, наверное, начнем с одинаковых. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Грубо говоря, идем на равных. Ну, немножко, конечно, я взял посильнее. Ой, тихо, Хан. Блин, сейчас мне это как-то... Инициатива, естественно, ребята, у них инициатива офигенная. Так, что мы можем сделать? Кто у них собирается ходить? Эйприл. Если мы ее не подобьем, нам нет смысла, ребята, дальше идти, потому что... Все, шатали, потому что она бы захиляла бы. Так, Донни, повышенная атака по нему, ну-ка. Ага, оглушили.
Так, мне не нравится Хан. Попробуем его сбить с ног. Ай-яй-яй-яй-яй. А если гранаты? Отлично. Так, Рокстеди, успокойся. Успокойся, у нас тут защита была. Тот от постепенки отдупился. В общем, ребят, смотрите, все очень хорошо получилось. Мне нравится у Рафаэля вот эти вот... Не знаю, как даже это оружие называется. Причем они еще огненные, да? Вот эти вот клинки. Ну что, первый побед за нами. И мы двигаемся дальше. Так, ну в Сёгуна-то мы вернемся обязательно. Мне нужно дойти до самураев. Ой, до самураев. До Лиги Мастеров. Так, смотрим. 14-18, да? А не дадите мне... Вот, уже лучше. 15-19. Ну и уровень, естественно, сразу возрастает у наших противников. Поэтому я возьму вот так и вот так. А вместе с ними уже будут вот эти ребятульки идти. Да, от Донателло, конечно, здесь мало толку. Единственное, что он провокатор. Но вот от Паукуса я от него жду многого. Поехали. Отлично. Так, некоторым даже меткость понизил. Так, мышки, ой, мышки, кролики. Давайте. Да. Так, нам нужно, наверное, Рафаэля все-таки бомбануть. Ай, не успел, сейчас он захиляет, да? Сейчас он хильнет команду. Не, ничего он не хильнет. Стопы, 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 стопы. Парень, не надо, не надо буянить. А, хорошо, что Донни выжил, а? А этот делает что? Хил? Иммунитет. Ну, как уволду ему в лоб. Ну, а здесь можно вот так вот. Все, друзья. Ну, хорошо, что этот разбежался и именно под Донателло стал атаковать своим сбиванием с ног. Если бы он, например, бы на кого-нибудь, ну, даже, предположим, на Кренга, мне кажется, он бы его уронил. Такая вероятность есть, потому что этот мощная атака у него, у этого, у Рокстеди. Так, ну что же, мы двигаемся дальше, у нас 15-19. Возьму Зека и... Да, в принципе, одного Зека здесь будет достаточно. Зек, и поехали вот этих вот. 49-й, 50-й уровень в них. Зек, естественно, начинает бросать свою бомбочку. И я думаю, что даже кто-то упадет. Наверное. Но это было для моей мечты. Никто не упал, как ты видишь. Ну, а мы с тобой... Минус. Давай-давай-давай, бомби. Отлично. Крис Брэдфорд, естественно, сразу же делает баф. Блин, да еще и на контратаку. Поехали. Ага. Так. И холодильничек. Туда им. Что ж ты будешь делать-то? Добивай его. Причем они оба делали суператаки и оба получали. Что кожеголовые, что Рафаэль. Но главное, что выжили. То есть их не пробили. Так, погнали дальше. Ну что, ребята, мы вернулись в Сёгуны. Сёгуны — это, как говорится, как дом родной. Так, я не хочу просто брать своих супер-супер максимальных бойцов. Потому что я знаю, что мы их порвем там тогда. Раз, два, три. Можно было брать одного, там, предположим, супер-шреддера и четыре малыша, и все. И тут был бы... Один удар супершреддера, и они бы валялись. Так, тихо. Давай, Рафаэль. Так, минус. Давай вот так вот. Дротики. Так, минус еще двое. И добивка, надеюсь. Эй, кошечка, ты что? Все, ребята, толстопуз. Бибопчик упал, и мы с тобой проходим дальше. Мы проходим дальше и смотрим, какая у нас позиция. Попробуем сегодня, может быть, все-таки до Лиги Мастеров дотянуться. Причем идем вроде бы как неплохо, да? Давайте уже 15-20, в конце концов. Вот. Здесь я, наверное, возьму... Давай возьмем с тобой Ваньку одного.
Так, у нас уже 55 и 53 уровни у противников. Здесь из массовых атак я могу отметить кого? Ну, Ваньку, естественно, и плюс наш Дони. Из России с любовью, привет вам. Тыдыч. Все, упали. Так, этот хочет бомбануть. А успеешь ли ты, парень? Отлично, Лео. Ну и давай вот так вот битами его забомбим. Бумс. Почему у Кейси Джонса бейсбольные биты? Причем две штуки. Если он вроде бы как хоккеист. Что это? Что это у него за вандальские такие наклонности, а? Так, ребята, 33-я позиция. И... нет, 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 нет. Так дело не пойдет. Давайте ко мне вот 15-20. Возьмем Дони, возьмем с тобой Джастина, вонючку, так скажем. Раз, два, три. Вот здесь вот уже опасно, ребята, потому что противник нас по уровню переплевывает, именно моих самых маленьких бойцов. Так что, Джастин, Дони, будьте добры. Ну, естественно, Карайка, конечно же. Карайка ходит первая. Так, поехали. Оу, Дони, да ты красавелла просто. Просто красавчик. Так, ну-ка, Джастин. Отлично. Наш вонючка справился с добиванием. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Так, что я хотел? Я хотел уже брать, ребята, серьезного бойца в нашу команду и отыгрывать уже слабеньких, потому что мы не справляемся. Дальше мы не справимся, это точно тебе говорю. Так, нет уж, давайте 15-20. Блин, вот, не успел. Прозевакал. Ну вы, вот. Я уже хотел сказать, ну вы серьезно, что ли? Я возьму здесь, наверное, Леонардо. Раз, два, три, четыре. Леонардо, я думаю, уже справится с 52-54 уровнем. С одной вертушки-то я... не подведет меня, я думаю. Ну давай, красавчик. Жги. Шук просто. Да, у Леонардо это единственный персонаж, у которого прокачан суперудар на все 7 звездочек. На все 7 ступеней, да? Так, а мы, тем не менее, перешли с тобой уже в Лигу Сёгунов 2 звездочки на 86-й позиции. Что, мне кажется, что уже должны давать 15-21. Такое вот предчувствие, но что-то они оттягивают такое вот наслаждение для меня. Ладно, ладно. Возьмем, наверное, Усаги здесь. Раз, два, три, четыре. Видишь, мы только 55-х уровней отыгрываем, а он уже пошел в 56-й и выше. То есть ниже он уже не будет брать бойцов. Поэтому здесь, соответственно, мы взяли и Усаги. Ну давай, родной мой, жги. Жги, как всегда. Так, Леонардо, ну его добьем. Все. А если бы даже Хан не добил бы, все равно постепенно урон бы его уничтожил. Постепенный урон — это гарант того, что противник отдуплится. Ну, естественно, чтобы у него было очень мало здоровья. Так, мы переходим с тобой на 66-ю позицию. Нет, ну давайте вот 15-21. Наверное, уже должно быть все-таки 16-21. Не хотят. Ладно, фиг с вами. Возьмем эту команду. Армагон будет у нас вот с этими ребятами. Ну, естественно, для Армагона это расплюнуть, растереть, как говорится, и выкинуть. Все будет очень-очень легко. Давай, бомби своим валуном. Тыдищ. Все, рассыпались, ребятки. Так, ну, а мы с тобой сейчас посмотрим, куда передвигаемся. Нам до конца недели нужно, ребята, ну, естественно, взять топовое место. Потому что я-то думал, что у нас 2 недели впереди. А знаешь, сколько у нас получается с тобой? Смотри, 285. Плюс 75, это получается 350. А, ну да, да, 2 недельки. 2 недельки и еще половиночка, да? Так, Бакстер, откуда у тебя столько этих-то накопилось?
ДНК-то дополнительных, непонятно. Так, что у нас тут? 15. Да вы. Вы специально так где? Вот, 16-27. Я же говорю, должно быть, ребят. Чуйка-то меня не подводит. Раз, два, три, четыре. Все, поехали. Ребята, а кто вам больше нравится? Вот этот вот Кейси Джонс или тот, который с бейсбольными битами? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а? Мне вот интересно знать ваше мнение. Какой вам кажется лучше, вот этот или тот? У нас же есть два этих Кейси Джонса. Так, ну-ка. Переходим с тобой на 28-ю позицию. А еще хотелось бы знать ваше мнение по поводу хилов. Кто, по вашему мнению, самый лучший хил в этой игре? Так, ну-ка берем. Возьмем Майки и Рафаэля. Микеланджело и Рафаэль. Блин, это опасно вот этих вот брать. О-ля-ля, а что будем делать тогда? Слушай, надо будет их отыграть. Ну ладно, через Супер Шреддера отыграем. Естественно, придется тратить откаты. Шинигами, конечно, вот то, что я взял, она же все равно, хоть у нее 59 уровень, она слаба сама по себе. Именно она не выдержит физуху. Так, берем провокацию на Рафаэле. И будем надеяться, что массовых атак не будет. Погнали. Так, сейчас он, Рафаэль, тут всех запинает у нас. Ну-ка. Ну, муха, как всегда, в своем репертуаре. Ага, минус Карайка. Причем, как я понял, что Карайка и Шинигами — это две подруги. А ну-ка, давай-ка суператаку сделаем. Нади. Слабенько, очень слабенько. Сможешь добить, а, Майки? Отлично, у тебя получилось. Валун. Ну что, остается... ах ты, жук ты навозный. Все-таки суператаку сделал, да? Он за это поплатился. Давай-ка мы сделаем с тобой апперкотик. В принципе, рост и уже не желез. И остается Донателло. Шинигами пробьешь? Своим йо-йо пробило. Отлично, ну на самом деле это не йо-йо. Это у них, ребята, я не знаю, как называется оружие. На цепочке, на тонкой. Такой железный шарик. И вот они вот, мастера этого искусства, очень хорошо дерутся этой приспособой. Чуть-чуть нам не хватило, чтобы перейти на Сёгун 3 звезды. Чуть-чуть, буквально там дуновение ветерка легкого. Так, ну что, у нас Бакстер Стокман, Железноголовый, Крис Брэдфорд. Ну этих-то мы запинаем, такой оравой 60 уровень. Вполне. Ну-ка, когти. Сплинтер выжил, а? Ты посмотри. Смертельная волна. На всех, ребята, повесился абсолютно постепенный урон. Сделаем с тобой баф. Минус Лео. И минус Донни. Вроде бы как все, мы отыграли с тобой всех вот этих вот сильных наших персонажей. Остается теперь малышей отыгрывать. Так, Сёгун 3 звезды. Блин, что-то я сомневаюсь, что мы с тобой попадем в мастера сегодня. Хотя я очень сильно хочу. Ну вот сомневаюсь. Хотя если раз, два, три, четыре, пять, если вот так вот продолжать играть, плюс потом через откат, например, брать Шреддера и отыгрывать свои там 50 уровни, так там уже бойцов не так уж много осталось, как мы хотим. Шарханчик. Так, понизил броню, это уже плюс. Супер атака от Шреддера. Отлично. Так, ну что, наверное, нам надо вот этого бомбить, скорее всего. Бамс, упал. Вот вам подарочек от Донателло. Все, победа за нами, и мы с тобой двигаемся дальше. Не знаю, сколько нам еще боев там предстоит преодолеть. Ну-ка. С 82-й позиции мы перемещаемся на 62-ю.
Так, Шреддер, иди сюда. Сколько? Сколько у нас тут еще? Ну, если постараться, не знаю, как тут нужно изойтись, чтобы нам перейти сегодня на Лигу Мастеров. Ну, тут одного удара, я думаю, будет достаточно, да? Он, конечно, крутой. Наш Супер Шреддер очень крутой, бомбит. Я представляю, если ему прокачать до 7-й ступени вот эту последнюю волну, которую из шипов он делает, она будет вообще божественно бомбить. Так, 44-я позиция. Я уже 16-21 вижу четвертый поединок. Давайте уже 16-22, в конце концов. Чего вы издеваетесь надо мной, а? Ну вот, наконец-то. Шреддер, возвращайся. Раз, два, три, четыре. Все, окей, погнали. Угу. Вот такая вот петрушка. Давай. Сплинтер. Да чтоб тебя. В принципе, он уже все равно не жилец. Постепенно урон его убьет. Единственное, что мы его пробить не можем. Вот это да. Просто бомбим в пустоту куда-то. Никакого урона ему не наносим. Ну что, двигаемся дальше. Смотрим, какая позиция на этот раз. И где-то она должна быть 20-й, да? 24-й. Слушай, тогда хватит. Тогда нам с тобой вполне хватит. Сейчас я попробую вытянуть 16-22. Вот. Возьмем, наверное, Армагона. Раз, два, три, четыре. Да, и как раз вот эти вот бойцы, которые у нас остались, это будет последний заключительный поединок на этой арене. Ну-ка, валунчиком прошлифуй их, пожалуйста. Великолепно. Все очень классно. Так, и была у нас 23-я позиция. Я думаю, сейчас где-то будет 10-я, может быть, 8-я. Ну-ка. Третья, ребята, третья позиция. Ну, вообще великолепно. Значит, делаем последнюю с тобой атаку. Армагон, иди сюда. Раз, два, три, четыре. Вообще, тютелька в тютельку, ребята. Прям вот хватило идеально. То есть и всех бойцов отыграли, да. И получается, в Лигу Мастеров с тобой перейдем. Бумс. Круто. В общем, аренка сегодня, как всегда, ребята, у нас прошла идеально. Ну, как идеально? По-моему, один проигрыш был, конечно. Но все равно. Все равно очень даже хорошо. Так, наград у нас никаких нет. Мутаген мы единственное, что с тобой накопили. Слушай, подожди, а что у меня? У меня 30 откатов, все нормально. Что-то я... Кстати, мы можем с тобой взять... 632 телепорта, ты прикинь? Вот столько у меня еще не было. Столько телепортов у меня еще не было. За всю игру, сколько я играю. Ну и все, друзья мои, будем на этом закругляться. Я говорю, в следующей серии пройдем арену и, возможно, пойдем с тобой проходить смятение из другого измерения. Вот, вот это все. Нам не трудно. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Героям лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя.